Страйкбольный пистолет Colt 1911 MIO от производителя из Таиланда компании VE. В комплекте есть краткая инструкция, но чтобы перейти на полную инструкцию, нужно воспользоваться QR-кодом. Разумеется, в комплекте есть сам пистолет и один грингаз-магазин для этого пистолета. У этой модели во время стрельбы затвор двигается и есть имитация отдачи. Затвор и рамка выполнены из алюминиевого сплава, рукоятка выполнена из резины. Магазин также выполнен из алюминия. Штатные прицельные приспособления – это мушка и целик. В нижней части рамки есть планка для установки различного дополнительного оборудования, например, фонарика или ЛЦУ. С точки зрения органов управления здесь есть клавиша спуска, есть курок, есть механический предохранитель. Есть автоматический предохранитель, то есть пока вот эта клавиша не зажата, нажать на спуск у вас не получится. С левой стороны находится кнопка фиксации магазина и клавиша сброса затвора с задержки, которая одновременно является фиксатором затвора. Для закрутки шаров, чтобы шары летели дальше, у этой модели есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо выполнить неполную разборку пистолета. Для этого извлекаем магазин. Взводим затвор вот до этой отметки, извлекаем фиксатор затвора и снимаем затвор. Регулировка происходит с помощью вот этого колеса. Так как этот пистолет работает от грингаза, чтобы начать стрелять, необходимо заправить магазин грингазом, зарядить магазин шарами, примкнуть магазин, снять пистолет с предохранителя, взвести затвор, и можно стрелять. Когда шары в магазине кончаются, затвор встает на задержку. Для данного пистолета подходят грингаз-магазины для Colt 1911 от VE.